Дорожники пробили муниципальный автозимник Среднеколымск-Березовка. С сегодняшнего дня началась поставка топливных ресурсов в это отдаленное село. Теперь будут продолжены работы по расширению проезжей части, сообщает Минтранс. Надо отметить, что по Березовке у нас ограничений никаких фактически не вводились. Своевременно там и предприятиями ГУПа ЖКХ, и энергетиками были приняты все меры по дополнительной заготовке ресурсов, в частности дрова, которые позволяли обеспечить, в принципе, поселок до конца марта и теплом, и светом. Но сегодня ситуация стабилизировалась.